Егор Аннаев впервые увидел Самару в мае 1848 года. 22-летним юношей он приехал в город, где еще царствовали патриархальные нравы. Здесь брали и давали в долг деньги, знать не зная ни о каких расписках, здоровались со всеми на улицах и верили во всяческие небылицы. Книг здесь не читали, а все споры решали при помощи одного главного аргумента – кулака. Но новая эпоха уже настойчиво заявляла о себе, и Самара нуждалась в тех, кто позаботится о ее европейской привлекательности. Где находилась самая первая самарская гостиница и что от нее осталось? Какие вина продавали в лучшем в городе винном погребе? Почему разорился самарский купец Егор Аннаев? Я Михаил Перепелкин. Слово даю. Настоящее. Купеческое. В середине 19 века эта площадь, известная сегодня самарцам как площадь революции, называлась Хлебной или площадью Хлебного базара. И пересекали ее тоже Хлебная и Базарная улицы, позже превратившиеся в Дворянскую и Заводскую. Это было одно из самых оживленных мест города. Здесь везде стояли лавочки, ларьки, были сделаны навесы, где продавали муку и пшеницу. Именно здесь самарский купец третьей гильдии Егор Аннаев начал строить каменный дом. Это было полтора века назад, в 1854 году. Дом, построенный Аннаевым, начинался от нынешней улицы Куйбышева и тянулся в сторону Волги. Он был двухэтажным, состоял из двух частей разной высоты. Позже Аннаев надстроил дальнюю от улицы часть еще одним этажом. Таким образом, в 19 веке этот дом был двух-трехэтажным, а все остальные надстройки появились позже. Дом Аннаева вскоре стал известен в городе как первая самарская гостиница. Приезжающим в Самару теперь не надо было беспокоиться о ночлеге и ужине. За них уже все продумал владелец вот этого заведения. Гостиничный бизнес оказался довольно доходным и продолжал приносить доход даже тогда, когда главный бизнес купца Аннаева лопнул. Что же касается главного бизнеса, то им было виноделие и торговля вином. Вот здесь, на самом углу улиц, когда-то красовалась огромная вывеска «Виноторговля Аннаева». А под ней две лестницы, которые вели в винный погреб. Одна с площади, другая с улицы. В погребе, лучшем винном погребе в Самаре, продавались вина от заграничных и русских производителей. И даже можно было купить вино, привезенное прямо из Бордо. В общем, пей не хочу. Однако еще до начала нового 20-го столетия бизнес купца Егора Аннаева внезапно пришел в упадок. Причиной этому оказалась так называемая питейная реформа, объявленная государством 1 января 1895 года. С этого момента единственным производителем и продавцом спиртного оказалось государство. Аннаев был вынужден вначале продать свой винокуренный завод, потом остался без принадлежавшей ему кумыса-лечебницы, и в конце концов у него осталось только вот это гостиница. Только она. По вечерам Аннаев выходил погулять, по улицам подышать. Вот и сегодня он прошелся по Дворянской, постоял возле построенной им кирхи, потом вернулся на площадь, к дому. Заглянул в книжную лавочку, которая тоже находилась в его доме. Стоял возле посаженной им аллеи. В Самаре было крайне мало зелени, и на Аннаевскую аллею, которая находилась вот здесь, на этом месте, ходили специально посмотреть. А потом он вошел домой и умер. Так ушел из жизни большой фантазер и предприниматель, влюбленный в чужую для него Самару. Европеец Аннаев, который много сделал для того, чтобы чужая и не очень добрая Самара стала чуть-чуть краше и добрее. Будьте добрее друг к другу. С вами был Михаил Перепелкин.